Итак, встречайте стальной голос Украины под названием «Таланты твои, Запорожсталь» Арсен Мирзоян без гитары. И полная тишина, Татьяна Викторовна, впервые в этом зале за новым музыкальным инструментом. Добрый вечер, Патефон. Богдан, ты на месте? Да, я. Да. Свет, хватает света? Да, все отлично, давай, Арсен, мочи. Хорошо. Мочу. Давай чуть громче. Мочить будем. А звук рояля можно услышать? Подымай. Свет дневной сяк, и вокруг меня пустыня, звон звезд гонит прочь мрак, да святится твое имя. Я здесь, я нигде, но слезами боль не хлынет, будь свят, скорбный удел, да святится твое имя. Ни веда, ни сна, кто вспомнит меня, как же я хотел плыть в лодке морем на закат, вольным быть, как зверь свободный, и расти свой сад. Жил бы лет до ста и любил, как все любят на земле. Сыны бездных сверг, здесь лишь демоны и змеи, но ты молод и смел, вместе миром овладеем. Ты мне поклонись, и получишь все богатства, власть тьмы. Вот эта жизнь в беспробудном танце адском. Все жены твои под звон золотых, ты же сам хотел плыть в лодке морем на закат, вольным быть, как зверь свободный, и растить свой сад. Жил бы лет до ста и любил, как все, но не на кресте. Словно камнем с неба
жаждать любви, но быть распятым ею и мчаться к безумию, заслышав голос, вижу в полночь снова день придет за мной. Кто ты, наказание или милость? Кто ты, отрекаться не спеши? Может, за душой моей явилась, только нет души. А вы, Цезарь, друг сердечный, ну заходи, давно заждались. Нет, не поздно, да, конечно, не развязывай сандалии. Брось ты эту табуретку, эй, принесите гостю кресло. Он у нас бывает редко, так пускай понежит чресло. Что, замерз ты, как собака? Угощайся. А, не курим. Эй, вы там, кончайте плакать. Мы потом добалагурим. Тут у нас такие гости, украшение компании. Что, не спится на погосте? Или плохо закопали? Или совесть беспокоит? Или соседи кровопийцы? Или что-нибудь такое, что забыли летописцы? Или, может, не забыли, да? Писать про это тошно, а знать за это и убили. Император не святоша, без убийства он не может удержаться на маршруте, а в тоске, на смертном ложе. Цезарь, ты мечтал о Марке Бруте? Да, мечтал, а вышел кукиш, эпитафией на прах мой. Милосердие не купишь, не измеришь тетрадрахмой. Милосердие для слабых, сильным яду из флакона. А мне бы слабость, я тогда бы не стоял у Рубикона. Так почему же, Боже правый, ты играл со мною в прятки? Почему не дал отравы? Тише, тише, Цезарь, все в порядке. Ты у нас душа святая, ты борец не за награды. Что ж, пора уже, светает. Ты заходи, мы будем рады. Заходи, Цезарь, да. Да, конечно, мы хулиганы. Арсен Мирзоян. Мы балуемся. Но иногда мы умеем и так. Гвозди забиваются по-разному. Суббота и плюс по одному, а нами по-другому. Арсен Мирзоян и Людмила Викторовна, ваши аплодисменты. Вы ждали, что Арсен будет сегодня шутить. Я думаю, что если мы его попросим, ты в конце как ты? Как ты настроен? Арсен Мирзоян. Дамы и господа, ну что, Арсена попросили, и Арсен немножечко с такой вот ноты. Вам стало немножечко, наверное, тоскливо и грустно, но мы должны были это сделать, потому что показать, что Арсен 15 ноября здесь делает сольный концерт. Пожалуйста, приходите 15 ноября, 9 ноября в пятницу шок-шоу «Хулиганы», а 15 ноября группа «Бабурка» и Арсен Мирзоян. Ну а вам, чтобы развеселить вас, Арсен в своем старом стиле. Супер-бонус. Бонус, да, бонус. Пару историй о неполучившейся любви. Первая называется «Инструкция, как стать геем». Речь пойдет о двух полярниках, которые рекламируют кофе Нескафе на полярном круге. Холодно,
Якби не дуло десь там на півночі, сам на сам. Мовчки йдуть до сну, як же так? Цілий рік ми без баб вдалені. В тобі я, в тобі я, а потім і ти в мені. Арсен Мирзоян. Сегодня сюрприз еще и для меня, и для всех наших ребят, которые выступают в шок-шоу «Хулиганы». Арсен свеженькое приготовил. Поехали! Сейчас. Сколько раз? Он у меня спрашивает, правильный аккорд он взял или нет? Сколько раз этот парень симулировал оргазм, выставляя только стоны на показ, но только с ней. Ведь она его просила побыстрей, выбегала, не прощаясь у дверей. Но только с ней. И что же делать? Вот так всегда. Он был готов к неволе, но кидала она. Она уходит. Вот так всегда. И чтобы успокоиться, прикладывал к нему кусочки льда. Спасибо. Арсен Мирзоян, спасибо огромное. Ваши аплодисменты. Арсен Мирзоян. Арсен Мирзоян, ваши аплодисменты. Что ж, дамы и господа, мы походим.